Йоу! Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем проходить Rain World The Hunter. Я почти пришел. Я почти, ребята, пришел. Пришел к концу. Вот сейчас вот важный момент, очень важный. Мне нужно попасть к старейшине. Вот сюда. Вот сюда. И он мне даст последний уровень кармы, 10. Да. Бам. Охуенно. О, ачивку дали даже какую-то. Ну чё, заебись. 10 уровень кармы есть. Теперь осталось только дойти до конца. И все. И пиздец. Так, теперь, я думаю, похуй, можно падать вниз. Прям в сам низ. Поесть, если поесть что-то, то я, наверное, поем. Хотя ладно, похуй. Так, вот копия. Вот от копии я бы не отказался. А вот. Есть. Есть копье. Так, стоп. Оу. Что это было? Все понятно с тобой. Все, тихо. Так, я все съел. Ну-ка, на, жрите его. Охуенно. Заебись. Покормил травку. Так, хуйлуш нету? На потолках. Так, ты пизда маленькая. Маленькая пизда. Уйди. Уйди от греха подальше. Хотя да, кстати, оставайся там. Сейчас я тебя это... замотаю. Так, окей, это, подожди, вот это я съем. Так вот. Что это было? Так, это все, пожалуйста, положи. Да ёбаный в рот, что оно ко мне пристало? Мне нужно вот... Ты ешь его, ёбаный насос. Там уже возня без меня идет вовсю.
Все? Good? Да пошел нахуй! Че, я сытый? Сытый. Так, это хорошо. Это чё за хуйня? Выросла. Ты кто? Ты кто, блядь? Что ты? Походу рептилия. Оу. Спасибо. Это мне пригодится. Ту хуйню я не буду подбирать, потому что она, ну, тупорыло сделана. Я сам от нее больше страдаю всегда. Ее либо на далекие какие-то открытые дистанции бросать, либо я. Это что за хуйня-то? Так, стойте. Нет, вот так. Чувак, что с тобой? А что с игрой-то? Что-то. Она что-то прям баганула вообще конкретно. Братюнь. Ну его нахуй. Ебучее говно. А чё за хуйня? Чё у вас тут хуище-то? 5 и 6 еще красная. Охуеть. Иди сюда. Да что такое-то? Как тяжело все это дается. Я в ахуе, сэр. Все, еще одного. То есть это надо перед, блядь, приемом пищи вообще все выкинуть и. О! Сюда спустился. Так, сейчас я вырублюсь. Бакс. Чё я? Так, я сытый. Все, раз я сытый, давай я вот так сделаю и. А, сука, нельзя, да, здесь спуститься-то. Блять, ешьте друг друга нахуй. Отъебитесь, пожалуйста, от меня. Уйди. Что ты доебался? Что тебе надо? Все? Теперь я спокойно могу пробраться. Охуенно, слушай, езжу. Ну-ка, давай-ка я с ним прям поезжу вот так. Вот прям вот так. И вниз. Сюда и вот так погнали. О, как охуенно. О-о-о. Нет. Нет, ребят. Нет. Нет, пожалуйста, я прошу, нет, не надо меня есть. Стой. Блядь, стой. Нет. О, заебись.
да ладно нахуй. Да ладно. Вывез. Стоп, блядь, еще так... И тупо так сдохнуть, нихуя. Нихуяшечки. Подождите, так я... Да, все верно, я, значит, тут... Нет, давайте я хотя бы камень что-то возьму, блядь, а то... Безоружным это, ну, вообще маразм. Охуеть, ты видел, что было? Почти, почти сдох. Ну, сейчас это почти как бы... О, братан. Пизда. Самоубийцы ебаные там сидят, блядь, с гранатами. Так, давайте я придумал. Давайте я съебусь вот сюда. Так, хуй луж на потолке нету? Нету. Давайте я пойду тогда по потолку. В смысле, по... Не-не-не-не-не, давай без... Давай без этой хуйни. Да-да-да, давайте, сами рулитесь там. Без моего участия, пожалуйста. Меня это абсолютно не интересует. О, копье! Заебись. Так, ля-ля-ля. Знаете что, я вам скажу. Мне нужно вот туда, вниз. Вот, да, вот где хуй этот вылез, вот. Так, я сытый, хорошо. Блять, такой пиздорез придется сейчас залазить. Ладно. Окей. Что поделать? Что поделать? Давайте мы полезем тогда сюда. Отойди, пожалуйста! Блять, что он забаговал-то? Во. Смотрим внимательно. Тычик. Ага. Все понятно. Ага, все понятно. Сука, ага, все понятно. Все понятно. Все понятно. Все понятно. Фу, закрывайся быстрее. О, отлично. Так. Пока все идет очень даже неплохо. Сейчас очень важно просто быть внимательным. Блять, вот об этом и речь. Блять, вот хуй их угадаешь. Вот как я могу предвидеть? Как я могу предвидеть, что там, блять, сейчас кто-то снизу экрана вылезет, блять? Как я должен это, блять, видеть? Хуем, что ли? Это чё? Ну-ка, давай вот это будем использовать вот так. Будем максимально тихо передвигаться. Да, мне нужно вот сюда. А дальше чё? Так. Вот, давай. Сюда. Тихо, тихохонько. Тихохонько вот сюда. Дальше. Тихохонько. Ага. Ага. Все понятно. Я понял вас. Да. Вот сюда. Ай, сука, куда я лезу, блядь, а? Так, окей. Так, стоп, что за хуйня? Где я нахожусь? Бля, прикинь, я вообще я не понимаю, где я нахожусь. Три такие пиздюли. А вот три пиздюли. Три пиздюли.
Подожди, я где, блядь? Я что-то... А, я перед тремя пиздюлями. Подожди, перед какими, нахуй, пиздюлями? Фу, стоп, нахуй. Ну чё, охуели? Ну-ка, хорошо, а если я вверх залезу вот туда? А, хуй сосать, да? Понятно, ладно. И пауки, и всю эту... Не-не-не-не-не, братан, братан, давай без хуйни, без этой хуйни. Блять, что ж вас так дохуя-то здесь, а? Господа. Имейте совесть, блядь, ёб ваш рот. А, я понял, я вот сюда тогда пойду. Блять, а что? Почему так-то? Блять. Залез, блять, не туда. Вот, вот сюда. Заебись. Ой, так я и... Я сейчас и смогу, в принципе, засейвиться. Да? Да. Или ну его нахуй, что-то сейчас это мне хавать нужно. Не сильно того, что хотелось. У-у-у! Братан. Давай. Ой, я тебя сожру все-таки. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Заебись. Ага. Так, мне вот сюда по-любому. Сюда. Затем. Бля, я плохо вижу, где край, где чё. Сука. Так, стоп. Я пробежал. Где я пробежал? Я упал сюда. Спустился вот сюда. Теперь... Почему-то мне кажется, что вот сюда надо, да, наверное? Сюда, сюда. Куда-то, блядь, куда ты меня ведешь? Ага. Чё-то я не могу вникнуть. Ёбаный насос. Так, я понял, это плохая идея. Давайте вот сюда, значит. Вот сюда. Ага, пойдет. Пойдет. Теперь вот сюда. Вот сюда. Наверное, вот сюда. Угадал? Угадал или нет? Угадал. Ой, блядь. Блядь, еще не все. Так, и че я, где я, блядь? Самотык какой-то прям. А, ну и все, чё? Йо, шо, шо. Так, остается что? Остается без выебонов просто спокойно мне добежать. И посмотреть, что-то может поменялось в конце, нет? Так, знак X. Не, ну у меня карма все равно X максимально есть, поэтому думаю нормально все должно, да? Булькни. Еее! Да, все четко. А вот если бы я не добрал, мне вот интересно, что бы было? Мне кажется, концовка такая же будет.
ничего не поменяется. Так, что-то я не... А, наверное, сюда все-таки, да? Так, чтобы нахуй не заблудиться, давайте я лучше... Открою говно. Да, это все-таки мне нужно как-то... Вот отсюда, наверное, ебануть вот так. Да. Да что ты будешь делать-то? Блять, что? Где тут дырка? Ну слушайте, игруля прикольная. Прям, ну. Она именно вот чем мне нравится, что вот в натуре в нее можно побомбить. Что здесь нихуя не объясняется. Вот сюжет интересный, что что-то вот-вот сам ты думаешь. Какими-то, блядь, то есть извилины напрягаешь, думаешь, что это такое, задумываешься. Не думаешь именно, а задумываешься о том, что вообще тебе говорят. Куда я нахуй пришел? По-моему, правильно. То есть, речь идет о чем? О том, о философии. Какая-то здесь философия заложена. Это круто, это отличается, эта игра, от других. Потому что в других это все крестиком, все указано. Куда, что. Все как Дауну, блядь, разжевано. Иди вот сюда, делай то, делай сё. Сейчас противник здесь появится. Вот он через стенку стоит, и ты его видишь. Ну, короче, ну, говно. По мне так это неинтересно. Здравствуйте. Я могу пройти, да? Наверное, я могу пройти. Хотя я удивлюсь, если что-то они начнут сейчас исполнять. Да? Охуенно. Давай, убейся вообще. И вообще, это было бы очень глупо. Я надеюсь, что эту игру не запустят. Ну, в смысле, будут ей еще заниматься, что-то придумают еще. Я сначала скачал пиратскую версию, как бы, с торрента, вот этой фигни. Игры. Потом я так подумал, блять, думаю, ну это стоит все-таки этих денег. Я реально купил, за 4 сотки я купил эту игру. Потому что я редко, я охуеть как редко покупаю игры. Я последний раз, наверное, только... А нет, вру, я Titanfall покупал. Первый еще. Это последняя, наверное, игра, которую я покупал. Это было в бородатом году. Вот. А эту игру я все-таки купил. Думаю, ну, блядь, она стоит того. К тому же она инди, то есть, ребята, какая-то группа людей просто ради своих интересов сделали какую-то кайфовую игру. Почему бы нет? Почему бы не купить ее? Потому что очень... Сейчас вот современность такая, что игр дохуища. Это просто ёбнешься, сколько всяких игр. И все какие-то, ну, блядь... Какие-то они обесценились, что ли. Раньше, блядь, диск покупаешь там за 70 рублей. Бежишь домой, как ошалелый. И неважно, игра какая там, чё, почём, она для тебя будет прям, ну, пиздец. Потому что, ну, ценность у нее такая, как бы, блин.
диск, единственный диск, там где-то наскреб бабла купил, и похуй какая она, плохая, неплохая, ты ее оцениваешь адекватно, и все равно любовь в нее вкладываешь, че, куда я забежал? А сейчас, вот я как обычные игры, че так, ну-ка, установил, все, минут 20 поиграл, думаю, блядь, все, что-то как-то. Скриншоты-то обычно выбирают там на торрентах красивые, самые сочные там. Летсплей вроде посмотришь, ну, что-то вроде геймплей. Там, ну, неплохо. Зашел, поиграл, понял, что залупу скачал, удаляешь. В эту-то игру я тоже в Rain World не с первого раза. Сначала, чё за хуйня, ничего понять не могу. Какая-то платформер вроде простой до безобразия. Ну ладно, пофиг. А потом как-то что-то потихоньку, помаленько вник. Мне интересно, концовка какая? Другая будет или такая же? Ох, блядь. Так, а у меня что-то внутри меня есть? Ну-ка. Нет, походу ничего нету. Я потому что вроде бомбу проглатывал. Ой. Какая наркомания. Жесткая. Ох, ебать.
Нифига их как-то много. Пляшут. Пыришься. Семён. Ой-ой-ой, тише. Так, и чё, и куда мне? И они какие синхронные это. Так, ну чё ты, блядь? Мне сложно понять, чё это в итоге-то? Это рай? Или что это? Или он обрёл покой? В его случае, я так думаю... Тот же ролик, да? Что из-за белого слизняка-то? То есть вообще ничего не поменялось. То есть просто сложность поменялась. Красный слизнякот может носить два копья, появляется не в том месте. У него зеленая нейромушка, которую как бы тоже немножко трудоемко тащить. То есть она занимает слот внутри тебя.
То есть ты вещи не можешь никакие носить. Два копья, ну и плюс больше монстров, ну, больше существ. Тебя просто дрочат. А принцип, то есть один и тот же. Концовка одна и та же. Даже картинку они, блядь, эту же оставили. Белый слизнякот. И действительно, я на хули, чё? Ну, блядь, сделали бы хотя бы, я не знаю, как-то сюжетное ответвление, что ли, какое-нибудь. Чё-нибудь там, ну, не так вот. Да. Ну, короче, чё? Чё сказать? Да чё, нехуй тут говорить. Всё, что я, в принципе, мысли какие-то говорил по поводу концовки и вообще игры, я говорил в обычном прохождении за белого слизняка, да, поэтому, если ты не смотрел, посмотри. А так, чё, ну-ка, может, что-то в конце? Чё-то тут есть? Это стоп, это стоп, это... Стоп. А, это можно управлять даже. Здесь классно. Это вниз, это быстрее, это медленнее. Чё, в итоге-то, чё? Чё, в итоге нихуя. Ну и всё, чё. Чё, ребята, на этом заканчиваем. Ну а если видео понравилось, будь бро, поставь лайк, комментируй и обязательно подпишись на канал. Также можешь подписаться на паблик в ВК и на Инстаграм. Ссылки в описании под видео. На этом всё. Встретимся в других прохождениях. Всем пока.